Главные пушкинские музеи начали подготовку к юбилею поэта. Государственный историко-литературный музей-заповедник в Веземах открыл марафон. На конференции по реализации подготовки к празднованию 225-летия встретились представители федеральной и областной власти, директора музеев. Это прекрасная возможность представить музей-заповедник, уверен его директор Александр Рязанов. Нам хотелось и похвастаться то, что мы сделали к 225-летию со дня рождения Пушкина. Было сделано довольно много. Ну и рассказать о каких-то проблемах, вот, о чем-то еще впереди у нас еще целый год, поэтому что-то можно исправить, что-то можно будет дополнить. Одной из основных составляющих подготовки к юбилею является программа реставрации и реэкспозиции пушкинских музеев по всей стране. В Веземах такие работы уже начались. Реставрацию главного дома, усадьбы Захарова, парковой территории. В этом году достаточно большие работы будут проведены по зданию Риги, будут сделаны реэкспозиции новые. И в следующем году мы полностью закончим реставрацию двух усадебных парков и до конца закончим к юбилею нашу замечательную усадьбу. Все это для одной общей задачи – развития культурного туризма в нашей стране, привлечения внимания и интереса к историческим местам, связанным с именем Александра Пушкина и его творчеству. Все эти места, которые мы перечисляем, они уникальны тем, что они передают вот этот дух пушкинского места, а этот дух места в музеях заповедников ничем невозможно измерить. Просто нужно, чтобы здесь было как можно больше посетителей, чтобы люди наши путешествовали по пушкинским местам. Конференцию сопровождала передвижная выставка иллюстраций художников, посвященная сказкам Пушкина. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».